На улице хорошо. Чудесно просто. Да, Марина? Марина, хорошо на улице? Сандалики она уже новые делает. Тебе нравятся они? А почему опять лохматая? Расплелась зачем? Расплела, да. Ну ладно, хорошо. Тебе нравятся сандалики твои? Вот такие вот она. Красивые, да, Мариночка, сандалики? Как раз. Это хорошо. Вкусно мороженое? Я вам фотку вставлю, какой Ваня чумазый сидит там, как он кушает. У него вся мозичка такая, знаете, в мороженке, да? Ну все, кушай давай. Да. Обязательно. Смотрите, ребята, как у нас картошка растет уже. Опять полоть надо все. Пойду парник посмотрю. Сегодня прохладно на улице. Там наши курочки сидят. Ой, господи. Приоткрыть парник. Хорошо, помидорки стоят. Прям чудесно. Сейчас пойду еще с той стороны открою. Еще полить надо будет вечером опять. Я сейчас, ребята, пойду переоденусь. И буду заниматься своими домашними делами. Дома девочки уборку делают. Я замариную курочку. Будем сегодня в духовке запекать. А там укол с папой. Ой. А там укол с папой. Хорошо на улице. Че, Егорушка? Че? Это укол? Ты там папа? А, знаешь, что подписчик написал? У тебя футболка классная. Пацан сказал, пацан сделал надпись у него. Мне один подписчик написал, у него футболка интересная. Так что вот как-то так у нас. Тебе самому, да, она нравится? Сколько маленькая стоит? Вот маленькая скоро станет, да? Потом придется тебе какую-то наподобие искать, да, футболку? Ну, хорошо. Мариночка здесь качается, сейчас я вам покажу. Мариночка качается. Егорка, видите, вот он не хочет, чтобы его снимали. Видите, убегает. Мариночка, тебе хорошо? Девчонки остальные там на гамаке валяются. Загорают. А там что, папа? Не, это сосед там пилит. Папа-то это на рыбалку собирается, готовится к рыбалке. Сегодня папа на рыбалку уедет. Без тебя, Егорка. Расстроился? Расстроился? Не расстроился? Я в шоке. Мариночка, ты только сандалики, ты не морай. Аккуратно ходи, ну. Тебе нравятся вообще они? Да. Ну, я довольна. А то и все сандалики маленькие стали. Да? Мам, да. А вы кроссовочки? Ну, кроссовочки со звездочками тебе уже тоже маленькие стали. На другие будет потом покупать. В следующем месяце вот мама получит зарплату от Ютуба и потом купит вам обувь всем. Да? Егорке тоже надо, да, на обувь покупать. На лето тоненькие. У тебя есть? Нет, кеды, кеды. Зачем? Не хочешь? Ай, господи. Ребят, вот. Потом попозже дам. Я сейчас пойду курицу мариновать буду. Ладно, пойду готовить, кушать. Смотрите, ребята, горох как плохо всходит. А вот там бобы хорошо взошли. А горох плохо всходит. А бобы, видите, хорошо взошли. Вообще чудесно прям. Видите, как хорошо взошли. Да-да-да, Марина. А бобы вообще... Ой, горох вообще не всходит. Местами взошел, но не везде. Очень мало. Хотя тут посажено было 5 или 6 пакетиков гороха. Вот не знаю, что делать. А лук вот тот, вот, который вы мне писали про этот лук, это у меня дети воткнули его в землю. Поэтому он так. Там у меня... Да-да-да, там георгина у меня. Вот в целом как-то так. Поливать надо опять. Так, распечатываю с Алиэкспресс по ссылке. Одну распечатаю. Это вот форма
для хлеба я заказывала. У меня такие уже есть, но немножко другого качества. Это другая немножко качество. Вот в целом, если кому-то надо будет, напишите ссылочку там вот на такую форму с Алиэкспресс. У меня был купон на нее, поэтому она мне очень дешево обошлась. Я без купона, она около 300 рублей стоит. И сейчас распечатаю остальные посылки и покажу, что там. Так, показываю, что пришло в остальных посылках. Вот такие вот карабинчики. Это не карабинчики, а зажимчики. Это у меня Светик просила. Я вот ей заказала. Пришло 10 штук разноцветных. Я не знаю, что она хочет шить, но что-то хочет потом дальше. Вот эта штучка, это адрес писать для собак. Тоже Светик просила заказать. И ошейник мы заказывали для нашей Маси. Тоже Светик просила. Вот я и заказывала. Дальше. На кухню пришла вот такая вот штучка. Это вешается с крючочками. Потом соберу, покажу, как она получится. И вот это вот чудо пришло у меня по купону. Я купила всего за 80 рублей. Уже вторая вышивка пришла, которая по 80 рублей по купону с Алиэкспресс от Joy Sunday. Более подробно будет на канале Влог Рукодельницы. Поэтому проходите туда и подписывайтесь. Там продавец еще, видите, подарочки положил. Такие красивые. Куда это взяла? Пускай. Все, вот такие вот посылки с Алиэкспресс у нас пришли. Я вот не знаю, почему у меня кондитерский шприц уже 2 месяца. Вот это вот недавно заказывала, все, это пришло. А то, что 2 месяца назад заказывала, ничего не пришло. Напишите, как мне быть. Делаю, ребята, маринад для курицы. Сейчас буду мариновать. Что я здесь смешала? Я смешала майонез, горчицу, приправы для барбекю, соль и все. Сейчас вот это вот все хорошенько перемешаю и буду курицу обмазывать. Света, дай мне перчатки, пожалуйста. Вот такой вот соус у меня получается, видите. Им хорошо обмазывать. Ильюшка тут ходит, курочку. Курочку обмажем и макарошки сварим. Все, больше ничего такого. Спасибо. Перчатки одену. Как бы руки. Девочки уборкой занимаются. Ну, а я мариную курочку. Что хотел? Чтоб мне просто не марать руки. Сейчас будем мариновать. Давайте я вас вот так вот поставлю, чтобы... Вот так вот немножко будет видно. Я вот в целом как делаю, я просто беру и вываливаю на курицу весь этот маринад. Весь маринад вываливаем. И сейчас буду все это перемешивать ручками. Сейчас перемешаю и вам все покажу. Все, ребят, замариновала. Сейчас дам постоять полчасика и буду ставить потом запекаться в духовку при 180 градусах, ну где-то час. Смотря у кого какая духовка, конечно. Там уже смотрите по своей духовке. Вот так вот. А, да, ребят. Собрала я вот эту штукенцию. Вот такая вот она получается. Ее надо на стенку крепить и вешать что-нибудь на нее. Но что интересно, ни скотча, ничего такого нету. Нет, оно какая-то пластиковые, что ли, они. Ну, там что-то потом придумано. Мне вот эти вот штуки понравились. Должно еще 2 штучки такие прийти для кухни. Я надеюсь, что потом после ремонта, когда я себе сделаю новую кухню, их прикрепить. Я... Катя открыла вот такое вот какао. Зачем? Игорь, а ты что открыла? Я не видела. А то чем пахнет? Это шоколадкой пахнет. Ну ты... Честно, шоколадкой пахнет. Ну-ка дай. А этот вот таком, знаете, какао из детства. Вот этот вот пахнет какао из детства. Ой, прям такой, знаешь, аромат. А вот это вот прям шоколадкой пахнет. Да я деткам взяла, я им беру каждый раз, когда в город езжу. Так, в сухомятку мы какао не кушаем. Давай, Гоха, я сделаю. Егорка в сухомятку любит, берет прямо из пакета и ест. Так, ладно, замариновала я курочку. Ребята, вот такая вот форма. Сейчас я для сравнения свою.
не видела? Вот они, формы эти. Света сегодня выпекала. Я... Мои, видите, уже старые, все черные. Для сравнения такая же, почти такая же, но другая. Это и тоньше, чем вот это моя. Они что-то вообще все потемнели. И вот поэтому я хочу новые позаказывать. Купон, если еще будет, еще закажу. Но вот мне понравилось. И недорого. У меня с купон, потому что был, поэтому у меня вышло копейки, я заплатила. Знаете, вот некоторые не понимают, как так купон. Купоны иногда предоставляют личные продавцы магазина. Или вы можете написать просто им, что вот на обзор как-то взять. Не знаю, но вот у меня купон был, и вот я по купону взяла, я довольна. Дорогие друзья, у нас уже время 7 часов вечера. Муж у меня уехал на рыбалку. Я запекаю курочку в духовке. Девочки там прибираются. И сейчас снимала на канал Лук Рукодельниц. Какая у меня вышивка пришла, обзор. И сейчас покажу, какая у меня курочка будет. Сейчас курицу допеку и будем макароны сварим. Или гречку с рисом. Гречку. Или все-таки макарошки. Гречку. Гречку сварим, но дети хотят гречку, значит, будем варить гречку. Сейчас покажу курочку. Вот такая вот, дорогие друзья, у меня получается курочка, но это она еще не допекла, сейчас будет допекаться. Просто я тут вот этим вот соусом, я ее уже перевернула, эту курицу, на другую сторону, и вот немножко пропекла. Сейчас полью, поставлю, потом опять переверну курочку. И вот так вот готовлю. Вот такой вот сегодня у нас будет вкусный ужин. Есть. Пишите, что вы сегодня готовили на ужин. Но у нас вот так. Дети попросили курицу, мама приготовила. Всем приятного аппетита, если кто кушает. Дорогие друзья, Света тут собралась сделать поделку. А есть превью от этой поделки? Вот. Это все? Да. А нет, цветного нету. Но вот такую вот сову она делает в целом. Потом вам покажем... А, вот это вот. Вот. Это нам прислала подписчица, да? Вот такая вот. И потом посмотрим, что у него получится. Так ты, наверное, много надо как-то распределить на все я стороны. Знаю, как. Там потом это... Так у тебя на все стороны не хватит тогда. Хватит. Хватит? А ты знаешь, как где отклеивать, да? Там все. А, ну тут, по идее, вот на схемке даже написано, как и что отклеивать, где какой. Вот цифра 1 еще есть. Тут не написано, где что. И тут вот сзади уже есть. А, ну тем более. Там есть цвета написано, где какой. Угу. А тебе там еще много надо будет. Она почему-то не прилипает. Она вот все прилипла, да. Она прозрачная. Ну вот давай остальное делай. Можешь кисточку взять тогда тебе? Кисточкой будет удобней. Возьми кисточку и кисточкой по всей этой. Ну ладно, вот она сейчас сделает, потом мы вам покажем, что у нее получится, да? Угу. Так что оставайтесь с нами. Ребята, смотрите, что у Светочки уже получается. Да, я покажу немножко. Она на канал Влог Рукодельниц снимает. Ну и я тут залезла. Вот так вот у нее тут беспорядок такой. Но она старается. Делать. Тебе понравилось вообще? Mm-hmm. Интересная, да? Задумка. А в темноте потом мы вам заснимем, как и что. В темноте, видите, у нее тут камера включена, она тут делает. Поэтому проходите на канал Лук Рукодельниц, там будет более подробно про все, про это, как она ее делала. Все, дорогие друзья, курицу испекла. Сейчас Света наложит макарошки. Я разделаю курочку и будем все ужинать. Так, дорогие друзья, вот такой вот у нас ужин получается. Света макарошки разные сварила, спагетти и такие. С курочкой у всех наложено. Плюс еще сейчас положим салатик. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Ну, а мы пошли ужинать. Дорогие друзья, у нас время... 12 часов ночи, я вышла Тайсона кормить. Приятного аппетита тебе, Тайсон. А то за тебя переживает, говорят, что мы тебя не кормим. Вот такую кастрюлю он съедает за раз. Так. Ешь давай, ешь, Тайсон. Вторую кастрюлю заберу, чтобы тебе набирать. Приятного аппетита. Ну, а я пошла сейчас все приберу и лягу спать.
Всем на этой ноте хочу сказать всем пока-пока. У нас, ребята, ночь, как вы видели. Накормила Тайсона. Сейчас не могу опять уснуть. Съем мороженку и попробую потом заснуть. Шуша водичку просит. Ладно, на этой ноте я с вами попрощаюсь. Желаю вам всего самого-самого хорошего. Ну и всем пока-пока.